Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 6 марта. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о будущей погоде. Если птицы вьются над гнездами, погода переменится. Несколько дней подряд дует западный ветер. К сырой погоде. Коль воздух за окном сухой, значит, впереди потепление. А какая же погода ждет нас завтра, 6 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Цветнополье Азовского немецкого национального района Омской области за окном плюс 3 градуса. Несмотря на плюсовую температуру, зимние осадки сельчан не отпускают. Весь день будет идти мокрый снег. Жителям хутора Цветной Зерноградского района Ростовской области с погодкой тоже не повезло. Там плюс 3 и осадки, которые продлятся до середины месяца. А вот в поселке Цветногорск Богородского района Республики Хакасия плюс 4 градуса. За окном пасмурно, да еще и снег с дождем. В селе Цветочное Кочубеевского района Ставропольского края плюс 3. Солнечно и дождливо. Вот такая воскресная погода. А послезавтра потеплеет, и осадки потихоньку начнут отступать. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!